Здравствуйте, я Дмитрий Флорин. Я научу вас снимать видео так, чтобы оно было интересно. Одесса, воскресенье, трамвайная остановка. Ничего не происходит. Должно ли видео, снятое здесь сейчас, быть скучным? Обычно человек снимет его так. А вот так сняли бы его вы по окончании мультимедиашколы «Укринформ». Маленький пример, который я сделал в течение 5 минут, стоя лишь на одном квадратном метре. Самый неблагодарный для журналиста час. Мы же с вами будем работать на большом информационном пространстве Киева, на различных событиях, используя разнообразную технику и мощные ресурсы ведущего информационного агентства Украины. Будет интересно, это оценит зритель, работодатель, этому позавидует конкурент.